все приходят сюда за вином, чачей и ликерами всякими. Вина Кубани на улице Социалистической. А я прихожу за водой. А я за водой. У них хорошая холодная вода. Дама смакует чачу. Я обратил внимание, появился вот такой вот бейс. В шляпках. Прикольный. Красиво выглядит. Улица Социалистическая. Все по 40. Все, что хотите, все там есть. Рекомендую восточную кухню, чебуреки, но я уже не могу. Девочка Маша не курит и не пьет. Почему? Не могу больше. Вот и я не могу. Пока погуляюсь, а там поешь, там попробуешь того, там всего. И в итоге калории у меня не скидываются. Ну что, друзья, покидаю погребок. Не будем мешать людям отдыхать, у них там дегустация как раз Бейлиса и Мелиса. Таких вот розовых напитков красивых. Покажи. Покажи вот этот розовый напиточек. Такая красивая розовая бутылочка. Можно такие вот тоже. А мы пойдем дальше. Идем. Лоскутируем, как говорится. Сегодня у нас пасмурный день. Помаши рукой, чтобы тебя тоже люди знали. Скромный хозяин вот этой вот шаурмы, мормы. Парень занимается за который год зимой и летом. Кофе, напитки, вот все. Тяжелейший труд. Смотрите, какой важный такой идет прям. Здравствуйте. Пустую тару повез. Да. Наполнить и продать. Пойдемте. С водичкой лучше идти. Центральная набережная. Идем вот от непосредственно вот. Вот. От чего мы идем? От Социалистической? Нет, это не чача, это вода, честное слово. И смотрим по сторонам. Картинка уже такая, на мой взгляд, июльская, ребят. На мой взгляд, июльская. Свиная шея 220, кстати, нормальная цена. Здесь вот. Разброс цен по шашлыку конкретно где-то на пляжной зоне где-то от 180 и 250 я видел максимум. Вот так. Сейчас посмотрим температуру воздуха. Хотя, опять же, видите, я не знаю, у меня получается несколько роликов, они несколько похожи. Здесь вот свинина 200 рублей, но правда тут не написано, что это свиная шея, либо просто свинина. Тут как бы непонятно. Люди улыбаются, кто-то загорает, кто-то гуляет. Но сейчас, наверное, вот в это время, ну и в это время в связи с такой погодой, больше, мне кажется, гуляют, чем загорают. Столовая «Маяк». Сейчас посмотрим, что тут есть. Вот видите, ну, если я это сделал с кутком для одного канала, наверное, это будет неправильно. Поэтому я вынужден буду на YouTube его тоже выложить. Но это мне будет дорого стоить. Суп гороховый 80 рублей. Нормальная цена, мне кажется, да? Даже чуть ниже среднего. Вот так вот. Ну, столовая одноименная с вашим одним из самых любимых. Кафе «Маяк». Свиная шея 220. Ну, тут вы уже знаете. Мне мороженое сегодня уже больше нельзя. Мне нельзя мороженое. Все, хватит. Я сегодня переел. А вот кофе, там целый культ. Культ. Культ приготовления кофе. Добрый день. Добрый день. А вы меню наше снимали? Снимал неоднократно, но я и сейчас могу снять еще лишний раз, конечно. Вот это с перцем у нас кофе. Я просто хочу показать, как вы это все на песочке. Вот это с перчиком. 6 перцев
банки. Вот так смесь. Вот. Нам, да, очень вкусно. Торт тебе сейчас дадут. Вот так наши готовится. Постоянные всегда говорят, ваш блогер, мы вас видим благодаря блогеру. Передавайте привет. Привет. А что, мы вас видим, а сами прячетесь? Нет, как бы на камеру не привыкли, знаете. Я сам такой. Я с этой стороны камеры, как говорится, всегда. Вот, и мы такие. Они же по вам скучают, они хотят вас видеть. Они говорят, мы когда увидели, он показывает вас, мы такие радостные. Я говорю, ну... У них же это настроение, Энджи. Ну, сейчас мы еще раз покажем более детально. Так, перцем у нас 180, 150, 330. Вот, 180. 330 всего. Кофе по-сочински даже есть у нас тут. Кофе сырный. Вот сырный это как это? С сыром варится. Да ладно. Да вы что? А с колбасой есть? Нет, вот с колбасой нет. С колбасой нету. А по-сочински это как? Это с апельсином, с цедрой апельсином, да. Сюда еще придем. Вы видели, что творится? Живу тут, а не знаешь, у нас тут такой кофе есть, оказывается. Да, бывает. Местные недавно пришли, говорят, а мы не знали. Ну вот так. С помощью надо вас будут знать все. Надо будет, я пойду сам к вам попробовать. Наверное, так приходите, мы вас угостим для начала. Ну сейчас не могу, сейчас у меня работа. Хотя какая-то работа. Вот у девчонок тут всякая разная, видите? Будьте там мол, скотку. На ютубе тоже, ребят. Долго будет грузиться, поэтому с опозданием выходит у меня. Вот такой вот кофе у нас есть. Надо попробовать обязательно. Обязательно приду, сам попробую. Потому что действительно, мы местные, не всегда выходим на пляж. Шея 220, вот здесь вот тоже шашлычная номер один. Сейчас пойдем посмотрим на температуру. О, тут что-то открывается заведение. Так красиво роллы вот сделали. Температура воздуха, вот вам. 25 градусов получается. Казаки ходят. Ну, как сказать. Наверное, с юридической точки зрения они полномочий не имеют, я так думаю. Но, если что, всегда нам помогут. Так-то все здорово. Так и должно быть, в принципе. Ох, как девушка сидит, прям такая. Нравится мне, нравится вот глаза холод, эта растительность. Уровень челентана. Кстати, этот столик всегда люди облюбовали. Вот постоянно, сколько я прохожу, вот именно здесь вот садятся и трапезничают. Роллы, бургеры, косой повар. Все здесь есть. И даже пираты. Столовая Виноград. Тут же и шашлычная есть. Не так давно я проходил мимо. Не пройду мимо в этот раз. 230. Вот у них тут жарят рыбка и овощи в майонезе. Не видно, отблескивается. Вот сюда подойдите, пожалуйста. И вот теперь приглашаем вот, всех самые вкусные сочные шашлыки. Приходим, кушаем, смотрите, какой сок. Сок вряд ли видят, но мясо точно видно. Аромат я чувствую, я передам. Алексей, привет всем подписчикам. Привет вам. Вам всем привет и передаю. Спасибо. Спасибо. Когда вы успеваете? Когда после работы. Нифига вы какие ответственные. Молодцы. Столовая Виноград, ребят. Ну, я... меню чуть до сих пор не оформлено. Вот оно есть там в электронном таком виде. На электронном... табло, я не знаю, как бы лезть туда с камерой я не могу, я просто суп посмотрю, если есть суп. А я не вижу суп. Ну и подскажите, у вас есть гороховый суп? Нету. Все, понял, спасибо большое. Сегодня нету. Как вы, если доступно месте меню вот здесь вот оформится, я обязательно покажу вам. Все, пройдем, покажем, расскажем.
лоскуток, прям не лоскуток, а полноценный ролик получается. Ну, не получаются маленькие лоскутки. Хотя не получается, иногда получается, иногда нет. Вкусно пахнет. Отсюда кофе, прям вообще прям проходишь и сразу так ощущаешь. Здесь, пожалуйста, вон всякие печености, всякие разные заморские баклажаны. О, солнце все-таки вышло. Медину надо тоже отдельно зайти посмотреть. В общем, не знаю, то ли это будет полноценный ролик, то ли отдельный лоскуток. Кто-то приехал или кто-то уезжает, не знаю, по-разному. Так, водичку я выпил, спасибо пацанам. Напоили меня. И родина что-то там поила его березовым соком. Меня вот так нет. Так, вот меня сюда приглашали столовую, но сказали, вот-вот-вот-вот-вот. А как вот-вот-вот уже работают и не приглашают. Так, друзья мои. Наверное, мы с вами закончим этот ролик в районе причала, да? Потому как или ролик, или лоскуток, я опять же не знаю. Уже, блин, что-то меня повело. О-о-о. Шея, свинина. В пляжном доме 240. Я подсмотрел. Да, пойдемте на причал, там закончим этот ролик. Усталая. Очередь в туалет. А если ребенку не терпится? Может не дождаться. Может не дождаться. Так, температура воздуха, наверняка, вам надо сказать. Сейчас, момент. Моменто море. Материала. 27 градусов показывает этот термометр. Вот и верь после этого людям, как говорится. Да, в кафе причал открывается. Кафе причал. Шашлычок, махлычок, 250 свиная шея, как прибои. Парасал на месте, МЧС тоже рядом. Ну, возможно, уже с сегодняшнего вечера будут открывать причал, не знаю, после 8, бог его знает, посмотрим. А солнце пытается пробиться, вот я не знаю, даже этот ролик хоть в дневной ставь, вместо дневного, тем более не снят у меня приблизительно все в одно время. Команда парашютная на месте, турбоджет на месте, Эдуард прям в катере там сидит, мотоциклы на месте. Цены на водоплавающих я вам уже показывал. Блин, вышло солнце. Вот видите, как бывает. Вот как бывает. А там в горах тучки, облака, ребят. Я запутался в роликах, поэтому, если... Ну, они, в принципе, сняты в одно время приблизительно. Несколько будет дневных, несколько. Тем более, когда выходит солнце, хочется показывать больше. Места на пляже еще хватает. Еще есть куда приехать. Так что ждем вас всех. В любом случае места найдем, не переживайте. Всем доброго дня, всем пока. Дракон полетел там реально. До новых встреч в эфире. Все, пойду дальше. Может быть, теперь я уже точно лоскуток какой-нибудь сниму. Хоть один. Хотя бы один. Вот пока гулял, было как пасмурно. А вот сейчас, как заканчивает ролик, как солнце выходит. Что за жизнь? Все, всем пока.